потому что по центру практически мяч летел. Лавесси подает угловой с левого фланга. Хорошо, мяч закручен, и 3-2 в пользу сборной Аргентины после стандартного положения. Ну, защитники аргентинские там в обороне свою основную работу выполнили плохо. И Маркус Рохо пошел отмазываться. За всех четверых, так скажем. Тем не менее, вы знаете, это второй гол из трех, забитый со стандартных положений. Понятно, что такое оружие у аргентинцев есть. Но хотелось бы увидеть что-то из игры. Рохо все-таки последним коснулся мяча, да? Да, колено. Маркоса Рохо. Вообще, колени на этом чемпионате мира играют немаленькую роль. Помните, как Марио Гёдзе забил? Там, правда, у него удар головой не получился.